добро пожаловать на мой канал Тилька Плей. Я Наташа, мы с вами продолжаем играть в Evil Nun. И давайте посмотрим, что у нас сегодня получится. Так, мои пупсики, короче, многие попросили переиграть в монашку и все-таки зайти посмотреть всякие улучшения. Но я вижу, что двустволка, супервзрывная кукла, повышают скорость, огнемет, вау. Дополнительная жизнь, и что-то здесь у меня что? Сначала необходимо разблокировать другую. Так, и взрывной горшок, взрывающая ловушка, обрабатывающая присоединение. Прикольно, кстати. Так, по монашке. Огромный молоток, можно, чтобы она ходила со всякими крысами. Слушай, прикольно, кстати. Булава с черепами, линейка, собачка, тяжелый меч. О, у злой монахини будет ограниченный обзор. Смешно. Прикольно, слушай, но я не хочу пока что тратить свои деньги. Пусть пока не копится, ну типа я люблю. Так, прогресс. Мы с вами сделали вот это все. Украшения, кстати. Казенный матрас. Теперь кровать будет выглядеть уютнее. Плюшевая злая монахиня. Безобидная, милая плюшевая монахиня. Очень миленько. Давайте наклеим, короче, что-нибудь такого вот из этого. Возьмем занавески хорошенькие, а пусть будет немножко уютно. И украсим комнату школьным знаменем. Почему нет? Будем постепенно улучшать. Так, монеты мы не будем себе донатить. Короче, все. Теперь мы с вами нажимаем «Играть». Мне сказали начать сначала игру, я не знаю, как начать ее сначала на более сложном уровне сложности. Как это сделать? Обучение, кровь, пропустить видение. Ваш диапазон взаимодействия меньше, монахиня быстрее, монахиня слышит все. Спрятанные монеты. Так, качество графика, играть для рейтинга, имя Тилька. Короче, а как начать? Ну, сейчас посмотрим, может быть, на этом уровне сложности у нас будет все сначала. Она слышит все, что ты делаешь. Хорошо. Пукнешь, услышит. Поэтому лучше не пукать, ребят. Не пукайте. Не нервируйте бабу. Сейчас попробуем, короче, этот режим. Если что, я не буду стараться спасти детей или там что-то из этой категории. Как будет идти, так и будет идти. Вот, если получится спасти детей, я буду их спасать. Если не получится, я наплюю на них и просто убегу одна. А чё, почему бы и нет? Одни мы с вами убегали редко, а почти никогда. Ну, давайте, значит, посмотрим, чё. Я должен покинуть эту школу. Ой, какие красивые занавески, прям. Ой, тут смотри, какая-то штучка, которой в прошлый раз не было. Как-то комната изменилась, нет, вам не кажется? Давайте, открывайте мне нахрен дверь. Надо нам посмотреть, скинулась ли игра или нет. Просто я не знаю, как начать ее сначала. Я не нашла кнопочку «Начать сначала». Да, смотрите-ка. Так, поцы, мальчиночки, девчоночки, напишите мне «плеза». В комментарии, что? Напишите мне, пожалуйста, в комментарии, как начать игру сначала, потому что что-то как-то, видите, у меня пока что не получилось. Я не знаю, как это сделать пока что. Вот давайте, ой, нет, подождите, нет, я не хочу, я хочу продолжить. Пока давайте так с вами побудем. У меня нет маски, поэтому нет особого смысла лезть туда сразу к детям в дырку. Слышь, а прикинь, если она сюда зашла? Потому что мне не нравится то, что я сейчас слышу. Такое ощущение, что она реально сюда сейчас зашла. Не, ну я же закрыла вроде дверь за собой. Она реально прям теперь писячая. А я сейчас выйду, она придет, да? А она может сюда зайти или не может? Бляха. Закрываемся, она сейчас придет. Я тебе отвечаю, она сейчас придет на этот звук. Нам надо теперь отсидеться. Да, смотри, как быстро пришла. Нихера себе, она теперь быстрая. Ты че такая быстрая, ты слышишь? Ты че? Она вот этот звук слышит, когда я открываю шкаф? Мне кажется, она все слышит. Ты думаешь, что эта сучка тупая, но она умная. Придет. Я посижу. А я тебе отвечу, она сейчас придет сюда. Она сейчас реально сюда опять придет. Нет? Может быть, она куда-то далеко ушла? Слушай, ладно, хорош бздеть. У нас теперь есть маска. Перезарядим ее за деньги. Вот, давайте ее снимем. А как ее никак не снять? Бляха. А давайте ее, короче, я сейчас скину. Сюда, деткам, конфеткам. Ну, чтобы она просто не мешала. А то, когда ты ее надеваешь, она тебе угол обзора, короче, ломает. Ты нифига себе не видишь, короче. Вот поэтому давайте я пока как-нибудь ее сброшу. Как ее сбросить-то? В маске осталась энергия, когда... Ладно, хорошо, игра. Ладно, хорошо. Я хочу тратить энергию.
Тратьте энергию. Трать энергию. Трать энергию. Почему энергия не тратится? Траться. Вот, все, энергия потратилась, теперь я могу зарядить, правильно? Бляха. Ну дайте. Я хочу ее разрядить и поставить. Зачем я ее вообще надела, я не знаю. Давайте вот так. Оп, телепорт. Будем сейчас телепортироваться. У нас сегодня самая веселая серия просто. У-у-у! Потому что я тупо не знаю, как начать сначала. Я не знаю, как начать эту игру сначала. Мне нужна ваша помощь. Так, ну что, этого хватит, чтобы зарядить? Или не хватит? Да ететь, твоя мать. А сколько надо ждать-то? Лучше бы я так сразу засунула. А нельзя ее реально никак снять там? Ну вот столько-то хватит. В маске осталась энергия. Когда она закончится, вы сможете разместить ее, чтобы перезарядить. Ну, ё-моё, она будет так долго перезаряжаться. Вы чё, пацанчики, девчоночки? Ну вы чё, ну кому, ну что это такое? Что это за приколы такие? Ну и чё, мне в маске, что ли, ходить? Ладно, давайте ходить в маске. Хорошо, я буду ходить в маске. Окей, хорошо. Давай, бежим отсюда нахер. Бежим. Ой, бляха, застряли. Я застрял. Кукусики. Здрасте, тетенька. А что это такая? Она нарисовалась, прикинь. День второй. У меня, как всегда, успех в этой игре. Я Тилька, и я буду хорошо себя вести. Угу, конечненько. Угу. Я должен покинуть эту школу. Ладно, маски теперь здесь-то больше нету. А это мне пока и не нужно. Ладно, пойдем. Чего я буду кого-то там бояться, какую-то монашку? Что она мне сделает? Ничего она мне не сделает. Давайте возьмем веник нахрен. Возьмем веник, я хочу тыкнуть веником вот в эту дырку. Тыкай нахер в дырку. Тыкай, тыкай. Зачем она там? Тыкать надо, тыкать. You know, understood? Тык-тык-тык-тык, пык-пык-пык. Нужна связка ключей. Это ж кто? Кто монетки навалил посреди комнаты? Кто? Кто вывалил тут? Кто тут вывалил? Ты шо? Ты зачем вывалил это? Главное собирать денежку. Ой. Она сейчас сюда пойдет, а она сгорит? Подождите, она может сгореть, если она сюда сейчас войдет? Она прошла только что. Вы слышали? Она там потушки устроила. Ха-ха. А я теперь могу выйти. Так не заходи сюда, пожалуйста. Заходи в другую комнату. Уходи. Уходи, пожалуйста. Ух. Кажется, она сейчас сюда зайдет. Да не, ушла. Ушла? И ушла? Закрывайся. Кажется, она тетя шла. Тетя шла, тетя идет. Или нет? Фух. Нормально. Я хочу, короче, попытаться как-то другим способом сбежать без детей, потому что мы все время сбегаем с детьми, и с курицей уже сбегали. Надо по-другому. Надо, короче, уехать с монашкой вместе с той, короче, с бельем, видимо, ну, попытаться как-то вот сбежать. А почему бы нет? Или открыть вот этот гараж, посмотреть, что будет, если открыть его, вот если мы найдем ключик вот этот вот красненький. Вообще, нам надо добежать до верху, чтобы вот эти вот ставни дурацкие... А где она? Ты чё? Ой, бляха. Я тупой. You know? Так, ладно, мразь, ты где? Бляха, иди, твою мать, ты бегаешь. А зачем она бегает? Вы чё? Она бегает, зачем она бегает? Вверх в жопу вас, тетенька, жопу на свидюленьки. Я убегаю в пипидюленьку. Все, на свидюленьки я здесь, в домике. Все, до свидания, тетя Мотя. Фух, капец. Ну, хоть я посижу, я перевожу. Это что-то как-то напряженно было. Я что-то как-то она реально прям бежит. Ты видела, она прям бегать теперь начала. Капец, вот это вам тебе уровень сложности, да? Здравствуйте, я ваш тетечка. Не, ну вроде она сюда не идет. Не, ну ладно, убьет и убьет. Я закроюсь на всякий случай. Зачем? Она же услышит сейчас. Хи-хи, я лучше спрячусь. Посижу, пока она же, наверное, услышала, как я дверку-то хлопнула, да? Нельзя же по-нормальному, надо же вот так. Но у меня теперь есть кабель, я могу засунуть кабель и раскрыть себе каждые проходы. А когда мы раскрываем проходы, это хорошо.
там она была. Ёб твой, как ты страшно бегаешь. Как ты страшно бегаешь за своей колотушкой. Иди картошку меси. Картошку иди меси своей колотушкой. Блин, она теперь будет слышать каждый раз, когда я дверь открою. Это так было тупо. Надо теперь не закрывать двери. Не надо. Открыл, все, больше их не трогай. Открыл, спрятался, все. Но она их, видишь, закрывает, коза. Мне всего-то надо вот пойти вот эту штучечку вот так вот раз засунуть и все. Ничего. Ну пойдем. Как бы, ну а шо, перед смертью ты не надышишься, как говорится. Авось пронесет. Давайте, я думаю, что все будет у нас тип-топ. И этот день наш. Вот и все. А теперь смотри. Шо? Шо смотри-то? Я не знаю, что смотреть. Надо как-то ее сюда... О, кубок. Ну, как бы, зачем нам кубок? О, я знаю, что надо сделать. Надо, короче, смотри. Нет. Вон туда упади. Падай, 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 да. Чтоб она слышала, что там что-то свалилось. Я на всякий случай вот так вот буду смотреть. Я надеюсь, она услышала, как туда что-то упало. Она решила не проверять. Ладно, пойдем. Может быть, нам повезет. Ой, там вон монетки лежат. Хочу монетку собрать. Можно? Монетка. Можно убить, конечно, монахиню куклой, в теории. Но я не хочу. Так, нам надо понять, где она. Поймем, где она, сможем. Это маска. Тетя, Мотя. Кнопку нажимаем. Как она бегает, она меня раздражает, что она бегает, ребята. Но я тебе, твою мать, херли, ты зависаешь, дурачок. На чем ты зависаешь? Не надо зависать, ты что, глупый, прячься нахер в дырочку. Ух, как она бегает, как меня раздражают боссы, которые бегают. Когда они бегают, очко-то жим-жим. Она Кончита, я тебе скажу. Я тебе скажу, что... Что она кончит? Я забыла таймер спустить после звонка с паузы. Ладно, ничего. Пойдем. Давайте. Все будет тип-топ. Все будет тип-топ. Ку-ку. Здрасте. А мне просто спросить, можно? Ку-ку. Мама, это я. Почтальон Пенькин принес записку. Библия нах. Нахер нам Библия нужна, в жопу свою Библию суньте. Так, здрасте. Мне, пожалуйста, к Визивулу. И в шкафчик Визиулей. Спасибушки. Фух, сейчас она сюда по-любому придет. Короче, по приколу можно попытаться что-нибудь собрать, например, вот эту куклу сатаны, чтобы бабка на нее пришла потом молиться, и типа было все хорошо у нас. Но она сейчас вообще не идет, ты видишь? Она как-то то слышит, то не слышит. Она, наверное, когда рядом, она тебя слышит, а когда не... Ой. А давайте мы, короче, вот так сделаем. Опа, все. Обманули дурака! Лошара! Лошара! Так, теперь надо облутать шкафы. Ладно, пойдем, хватит лутать. Так, стоп. Ой, а зачем? Я все. Да залезай сюда, ты че? Сейчас она придет, увидит нас, что мы тут балуемся, что мы тут непослушная тилька тут бегает. Напряженненько, да? Ладно, пойдем. Ну, убьет и убьет. А вот эта дверь закрыта? Ладно, пойдем. Так, тут ничего нету. Туалет. Тихо. Ага. Идите, твою мать, ты лошара, ты микантара, ты. Потому что я смотри, как тебя развожу. Просто беру тебя вот так вот. И как девку детскую развожу тебя. Вот так просто бегу. И все, ты ничего мне... Надо было лопату взять было. Вот я тупой, надо было взять лопату. Короче, я предлагаю нам вот тут раскупать несколько могил. Вдруг здесь где-нибудь лежит ключик от вот этот. Ну, какой-то красный, что ли, да? Он, по-моему, реально красненький.
ключик, который открывает вот ту дверь, где мы ставни подняли. Это какой-то очередной способ побега, которым мы еще не пользовались с вами по каким-то причинам. Ну, скорее всего, по причинам того, что мы тупо занимались другими здесь делами. Так, ты придешь сюда, мразь, или не придешь? Вот в чем вопрос. О, монетки. Монеточки, идите сюда. Так, а как их забрать? А как? Когда... Ты чё? А как? Да как я... Ты чё? Это что за подстава такая, игра? Это нечестно. Я монетки... Тут даже на могилке не могу собрать. Это что за... Ой, я испугалась, мол, монашка стоит. Так, монашка. Что это она? Хитрожопая какая-то сегодня, я тебе отвечаю. Нам нужно лопату сюда принести. Лопата была в этом в штуке, где горит сатанинский огонь. Сатанинские огни. Сатанинские огни. Тетя, а ты где? Мне кажется, она где-то здесь ходит. Ладно. Бляха. Можно не лагать, пожалуйста. Вот эти вот ваши лаги, пожалуйста, засуньте их себе в жопу, а? И ставьте там, ради приличия, в жопу своей. Так, смотри, забираем лопату. Теперь у нас есть лопата, и я могу с лопатой пойти и показать, что такое настоящая тилька. А тилька с лопатой — это страшная вещь. Я, видишь, становлюсь такой смелой женщиной, которая ничего не боится, никого и ничего. Видишь, монашка, она это чувствует, и она даже исчезла. Она решила ретироваться и сделать эту рокировочку. Тут ничего нету. А я не могу с лопатой. Нет, могу. Что это? Да, пожалуйста, что ты сегодня глючишь-то? Ты меня подведешь, так, игра, зачем ты так делаешь? Короче, смотри, теперь я рою ваши могилы. Давайте. Ага, тут ничего. Ничего, так, монашка где-то. Со спины монашка, я ее слышу. Лучше так чуть развернуться. Хорошо, что она сюда на кладбище-то не заходит. Спасибо за это разработчикам, потому что они поняли, что копать могилы, если к тебе придет женщина сзади, ты пересёшь. Ладно, хорошо. Так, ну давайте хоть что-нибудь-то. Или это просто детские могилки, в них вообще не... Так, монашка. Давайте, я копаю ваши могилы. Сколько мне еще копать-то? Я что, гробовщиком, что ли, устраивала здесь? Давайте хоть что-нибудь, ну, в могилку-то положите, хоть что-нибудь, ну, пожалуйста. Ну, что, как писька-то себя ведете-то? Ну, капец. Вот так везет, так везет. Что, реально ничего нет? Капец. Класс, вот это прикол. Вот это прикол, вот это прям вообще я не могу. Четкие ребята, молод... Бляха, да можно не зависать, пожалуйста. Можно вот этого вот сейчас не делать. Это же вот портит мне всю мою жизнь, мать его, вашу вот. Так, тетя Моти, короче, на тебе нахер, вот здесь что-то упало, иди проверяй, что там упало. Нам нужно дальше открывать шкафчики в надежде найти ключ. Так, это нужен код. Кусики. Пропуск в трусики. А, сюда нужно Библию положить. Здрасте. Так, Mother P. Нет, не надо, так нечестно. Ну так нечестно, мне некуда было идти. Ты чего ты такая, ты коза? Я должен покинуть эту школу. Угу, конечно, покинешь ты эту школу. Я тебе отвечаю, она за мной бежит. Я тебе отвечаю, закрой шкаф. Я прям слышала, что за мной что-то топало. Это топала она, я тебе отвечаю. Она может открыть эту дверь? Наверное, может. Мне... Так, это ящик. Вот это вот надо открыть. Так, ну тут вряд ли мы что-то достанем уже. Мы оттуда все, что хотели, достали. Так, это код от шкафчика. Давайте вылезем, посмотрим. Ну, убьют нас и убьют. Ну, что поделать? Убьют и убьют. Главное ей не попасться, потому что когда она попадается, мне страшно. Она орет, она теперь бежит, у меня три пота сходит с меня, или как там говорится правильно. Давай, что здесь лежит?
Ну, тут ни хера не лежит, конечно. Так, быстро-быстро куда-нибудь. Надо ретироваться. Пирожочка моя. Нам надо с вами попасть, короче, в эту самую-то. К тетке к той, к нашей. Я не понял. Нужна связка ключей. До связки ключей нам нужно добраться с вами каким путем-то? Путем этого самого, видать. Забиранием, как эта штука-то называется? Ну, вот этот, который на кухне лежит. Что? Что? Че лагаем-то? Вот, короче, надо вот эту штуку забрать. И полезть туда, короче, к бабке, к этой. Потому что по-другому пока что у нас не получается вылезти. Сейчас нам сюда монашечка придет проверять звук. Типа, что это там такое шумело? Я не поняла. Или не придет? Вот я не понимаю, она как-то рандомно работает. Она то бежит, то не слышит, то плямха выносит тебя, то еще что, короче, достала она. Она реально раздражает и бесит. Ладно, пойдем. Юху! Тетя сучка! Ты где? Простите, пожалуйста. Я больше так не буду. А куда она сейчас пойдет? Она пойдет к Визивулу или она пойдет на кухню? Как думаете, куда она пойдет? Ладно, пойдем проверим. Пойдем. Ой, до свидания. Все, пизданики, лошарики, все хана. Прячься! Успела! Успела! А все потому, что я перед ее носом дверь закрыла. Ха-ха! Вот так вот я тебя наказала! Мартышлюшенька моя! Я бы спрыгнула, конечно, туда вниз, но я обычно там сгораю. Я не хочу сегодня сгореть, это будет очень тупо. Поэтому давайте пойдем как-нибудь уж... Стараться будем. Пойдем. Как думаете, она ушла? Она ушла. Чаю она снизу. Я бегу, 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 не догонишь ты меня никогда. Ля-ля-ля. Открываю я. Полезли, лезем, 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 лезем в дырку мы. В дырочку залезем и куда-то там бежим. Видите? И полезли сюда в дырочку. Главное сейчас не сдохнуть здесь, то я люблю здесь умирать в канализации. Врезаться в эту трубу так красиво и эпично. Все, смотри, мы сейчас вылезем здесь наружу. Я вылезаю. О да, мы наружу, тетя Сруша. Так, а что у нас получается с вами? Монетки. Монетки — это хорошо. Бабка-то, смотри, наша. Меня беспокоит то, что я до сих пор не нашла ключ. Я до сих пор не нашла ключ. Дядя, ты можешь открой сейчас? Какая тебе разница? Открывай сейчас, и все. Я готов. Я реально готов. Она нас может сбить? Последний день купила я себе в итоге еще один день, ну потому что, блин, я слишком тупо умерла. Но это было смешно, это было классно, это было эпично, это была эпическая, ну, говнатическая ошибка просто. Нам сейчас смотри, что надо сделать. Нам надо, короче, нашуметь, чтобы к нам пришла тетя. Тетя придет, я ее бахну просто и все. Серьезно, что ли? Ай, ладно, пойдем. Тетя. Where are you? Where are you, bitch? Where are you? Where are you? Слушай, она иногда очень хитро поступает. Очень хитро. Она вот иногда ты ее видишь, а иногда она просто куда-то берет и исчезает, ты прикинь. И все. И ты не знаешь, где она, ты не знаешь, что она делает, как она делает и зачем она это делает. Ну ладно, хорошо, полезли.
Главное вот тут вот аккуратно вот переходить по этим траншеям вонючему. Вот видишь, она так несет тебя, что всегда страшно. У меня есть куколка в руках, между прочим. Куколка, муколка, пуколка. Вот, куколка дырявая, пуколка дырявая, как мой брат раньше в детстве говорил. Так, я слышу где-то курицу. Это хороший знак. Давай пока бросим, короче, куклу, возьмем связку ключей и спрячемся здесь, посидим. Нужно найти ключ желтый от прачки, чтобы краску взять и испачкать бабке эту самую всю фигню ее. Но я не знаю, получится сейчас или нет, но у меня теперь есть ключи. А интересно, монахи не может сюда заходить без ключей? Или не может, как думаете? Ну теперь из-за того, что я раскрыла проход, она теперь может, конечно же, сюда приходить, да? Обидно, обидно. Ладно, пойдемте. Она вроде бы не пришла. Где-то она просралась. Мы не будем ее осуждать. Главное вот так вот аккуратно идти. Масленка. Хорошо. Шкафчики. Пусто. Ой, можно не глючить, пожалуйста? Вот эти ваши глюки. Ой, я слышу. Я слышу. Да пошла ты нахер! Иди в жопу, пожалуйста! Не надо за мной бежать, не надо, тетя! Тетя, иди! Пожалуйста, забежи, забеги, забеги, пожалуйста, не надо! Да боже мой, какая ты конченная, когда ты бежишь! Я не могу! Зачем она такая страшная бежит? Страшно, вырубай! Фу, ребята, блин, капец, она бегает быстро! Сучка быстрожопая ты! Реально она теперь бегает, как черт! Вонючий черт! Я чуть штаны не на это самое вот. Бляха, я не могу. Почему я не могу сюда теперь залезть? Ага. Вот так. Сюда и даст мне по шапке. Надо было пароль посмотреть, миссис Пи. Ползет откуда-то шмара маленькая. Вот он, смотри, бежит, а. Куда ты? Ты не знаешь, что я здесь лежу? Ты как ты узнала? Как она узнала, что я здесь? Как она узнала? Она же не видела. Короче, я очень сильно хочу, чтобы вы написали мне в комментарии, как начать игру сначала, чтобы мы могли с вами собирать различные артефакты, вставлять грали и делать вот это все, потому что я пока что кнопочку не нашла. Вот, ну и я поняла то, что на более сложном режиме Evil Nun реально дает нам прикурить, и мы просто стоим и нервно курим в сторонке от того, насколько она резвая, дерзкая. И вообще, я вообще сейчас не поняла, какого хрена она открыла шкафчик, когда она не видела, что я туда пряталась. Я не понимаю этого. Но в любом случае, спасибо то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну и тыкните мне лайк, мне будет очень приятно. А мы увидимся с вами уже очень скоро. Так что, покасики.